О, а я до вас. Ручками махайте. Ручками помахать. За границу видео поедет. Так что все. Ну как, вы еще не собираетесь? А то меня... Здрасте. Да, она сегодня продает. Вы меня еще не фотографировали. Все. А это видео. Так что передавайте привет. Привет. Куда передаем? Всем пластовчанам привет. В Индонезию, на Бали. А я пластовчанам. Возьмите нас к себе. Ну, ну как меня возьмут, вы следующий. Так что имейте в виду. Видите, загоревшие какие, наверное, они с Бали. Может быть. А я пластовчанка, поэтому пластовчанка всем привет. А я видел, кстати, загорелые прям были. Да, идеальный, равномерный загар. Ой, такой загар. Да. Целая семья. Да. Видел вчера. Дальше Невьянск, Сыгунская. А я уже прошел их, да. Вообще народ это со всех волосей. Так, давайте, проходите всех на видео. Всех. Обязательно. Да. Тут главное начать. Да. Начать и начать. Это точно. Все правильно. Начать или начать? Ну, это в наше время, наверное, начать. Вот мы говорили, да. Забеременела. А сейчас говорят, забеременела. О как. Да. И это говорят по телевизору. Забеременела. Мне так нравится. Забеременела. Лучше, ничего себе. Забеременела. Не слышал, честно, ничего такого. Забеременела. Как-то не по-нашему звучит. Помашите ручкой в Индонезию привет. Передавайте всем. Мы любим Индонезию. И они нас. А пусть Индонезия любит нас. А Китай мы любим. Не, Урал я там сильно им рекламирую. Именно Урал, чтобы знали точно. Наверняка. Сейчас стоит, значит, Саратов. Я один раз сказал, я сегодня с Таганая прошел 70 километров. Саратов такой, а зачем вы шли? Можно на машине же. Таганай на машине. На велосипеде. Ну, очень хорошо. На лошади. Мы Краснодар. А Олечка проходила, она говорит, мы с Краснодара приехали. Сейчас отсюда поедем в Екатеринбург, и только потом обратно в Краснодар поедем. Ничего себе у них круг-то. Это ж сколько километраж-то получится такой кружок? Ну, получается около 6000 мы поедем туда-обратно. Ну, а вот Вятский есть, Вятка, Киров приехали тоже, да. Вятка, Киров тут есть. Да, вот там стоят мужчины, да. Ничего себе. Боже, да? Я говорю, вы откуда они? С Кирова, Вятка. Раньше-то какие-то каталоги, я помню, выдавали на Бажовке, что кто откуда приехал, мастера. Сейчас почему-то нету. Интересно было, нашел, ух ты. С какого-то города пошел, посмотрел, познакомился. Наши, да. Ну, теперь можно и видео продолжить мой путь, так сказать. Ура, Бажовка. Ты по что меня шабаркнул? Балалайка по плечу, и я по что тебя шабаркнул? Познакомиться хочу. Эх, чё, милый, чё, навалился на плечо. Да я, милый, ничего, я целую горячо. А я только могу матер. Не надо, а то прославлюсь, это же вообще тогда будет пипец, нет. Ну, если не сильно, думаю, не заблокируют нас там, так что можно чуть-чуть. Запихивать. Она как бы там, давайте, без этого, ну как она? Она полу мальчик. Ну, можно, давайте. Да, давайте. Я просто вы ему вспомню. А я-то не слышал. Так можно по-другому. Давай, Петром, давай я подпою. Давай только не муж будет, а мыш-мыш. Нет, не мыш-мыш, а миш-миш. Нет, давай у нас будет мыш-мыш. Переигрываем. Переигрываем. На тебя не угодишь. То широко, то мала, то мохната, то кала. Понял. Ну как? Все, отлично. Вот замечательно, все прославлено. Принято. Боже мой, будет письма писать, может, я так мужа себе найду. Комментарии, да, ждите точно, да, однозначно. Только это, похоже, не показывать, не знаю. Не надо? Нет.
Да, кстати, там у них на возраста не смотрят, можете не переживать. Там водоросль — это просто цифры. То есть можно возраст? Там вообще не важно. В какую сторону вообще не важно? Вообще не важно абсолютно. Я там на 30 лет возраста. Душе-то я 30-летний бабушка. А у нас там... Вот знаешь, вот у нас продают овощи, фрукты, он то ли узбек, то ли, не знаю, не важно. Я, он говорит, бабушка, значит, там, бабушка. Я так понимаю, так, какая тебе бабушка? Ты что, мне внук, что ли? Я тебе не бабушка. Он значит стоял, стоял, думал, тетя, какая тетя? Ты мне что, племянник, что ли? Я не тетя тебе. Он говорит, а как вы называете? Я говорю, вообще-то женщина. Он говорит, девушка. Девушка. Я говорю, девушка, не девочка, а девушка. Женщина, я прихожу, девушка. Все скидывает, скидочки мне, девушка пришла. Девушка, говорю, девушка. Вот и подружились, а все. Я же маленькая сзади, ты говоришь, маленький щенок. Да, стар, а, так, да. Маленький собачка, да старший щенок. Да, старший, а я так, да, сзади, конечно же, как девочка. Девочка. А в очереди стояла раньше же. В очереди стоит девочка, ты постоянно, я постоянно. А теперь я еще и девочка. Ой, мама дорогая. Ну вообще, красота. Во всех я хоть и побывала. Но я себя никогда не считаю ни бабушкой, ни старухой. Я женщина, да, такого возраста. Я люблю одеться. Неопределенного. Ну как, определенного, может. Особенного. Да, может. Особенный возраст. Потому что я, если оденусь, то... Красотка. А вчера иду, вот там этот мужчина говорит, красотка. Вот, красотка. Вот, вот, вот и все. Конечно. Что есть, то правда. О чем тут даже? А это банные еще даже? Это же шапки для бани. Для бани, я думал, они только цилиндрической формы, вот как-то, а тут еще прямо это. Это же все, вот с цветочками даже, это же тоже банная. Ты себе? Это же шерсть по разным местам. Ни разу не видел.